Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня на обзоре три майнера по заработку криптомонеты Tron. Не забываем, что любые инвестиции в интернет – это всегда риск. А риски в интернете всегда были, есть и будут. Первый майнер довольно-таки необычный. Называется TRX-1024. Необычный тем, что и вывод здесь, сейчас я вот расскажу вам совсем по-другому, ну и регистрация не как я привыкла по номеру телефона, а прописываю адрес электронной почты, два раза пароль, у меня пароль и тот прошел, здесь инвайт-код, кликаем зарегистрироваться, войти по email-адресу и паролю. А, ребятки, язык есть, смотрите. Русский язык я вот выбрала. Тоже очень удобно. Кликаю «Войти». Значит, здесь информация, как бы это все можно прочесть. Значит, смотрите. Бонус дается 800 монет 3x. Значит, депозит, снятие, поделиться, команда, приложение. Можно с мобильного устройства работать. Ну и выход. Депонировала я сюда 10 трон монет. Значит, трейдинг, как обычно, собирать. И вот здесь, смотрите, вот таймер идет. Все. Доход успеха. Подтвердить. Далее вкладочка «Поделиться». Находится наша реферальная ссылочка. Кликаем и копируем. Далее «Мой кабинет». Вот я депонировала 10 монеток. Значит, и что? Возвращаюсь я вот на домашнюю страничку. Как пополнять? Пополнение, как обычно, дается адрес. Копируем этот адрес. Пожалуйста, не депонируйте другие активы, не относящиеся к TRX. Они будут записаны. Вот. Ну, типа того пишут, чтоб только TRX. Это и дураку понятно. Ну и на баланс поступают в течение 5-10 минут. И минимальный депозит здесь от 5 TRX. Мини 5 TRX не может быть зачислен. Вот. И как? Адрес скопировали. Я уже показывала миллион раз. Кстати, я вот только что монеты все свои собрала. Сейчас даже не смотрела, сколько мне начислили. Ну, сколько я в прибыли. Было вот 150. У меня TRX. Возвращаюсь. Вот. 201 монета у меня стала. Ну, как всегда. Кликаем «Send». Сюда прописываем адрес, который мы будем прописывать. Далее сюда количество монет. Ну и отправляем. Я депонировала 10 монет. Вот. Так, теперь что по выводу? А, ну давайте я вот здесь вот. Что у нас здесь? Депозит. Это снятие. Вкладочка «Поделиться». Я показала. Команда. Здесь три уровня. Реферальная программа. Ну и приложение с этого самого с телефона. Как я уже сказала, и по поводу вывода теперь снятия. У меня 0.32 монеты. Я вчера их вывела. Также есть базовый аккаунт, промо-аккаунт, можно безлимитно. Сколько у вас будет монет? Ну, вот у меня на базовом ежедневно я могу выводить 0.32 TRX с этих 10 монет, которых я депонировала. Значит, адрес у меня прописан здесь уже, он как бы закрепился. Я вчера поставила вот эти монетки, 0.32 монеты. На вывод кликнула «Подтвердить». У меня здесь выпало окошко.
Вот не знаю, сейчас будет или нет, это единоразово или нет, так как это уже мой второй вывод. То есть выпало вот это окошко, нужно будет написано скопировать код. Я скопировала код, кликнула. И открыть как бы Telegram. Я открыла Telegram, попала я в группу. И я отправила вот этот скопированный код в эту группу. Мне написали, пожалуйста, подождите. Они проверяли вот этот код, то, что я депонировала монеты. И только потом мне разрешили сделать как бы вывод. Ну, типа, я проверила, и они проверили, и я могу вывести. Вот не знаю, сейчас так же будет или нет. Я прописываю 0. Так, 0.32. Сюда я ставлю точку. Мне интересно, это каждый раз так делать при выводе или единоразово. Вот сейчас посмотрим. Подтвердить. Пароль прописан. А, отправлено успешно. Это значит единоразово. Когда вы первый раз депонируете, если вас заинтересует, и вы будете здесь работать, да? Значит, что? Будет такое окошечко. Кликаем «Копировать код». На следующую вкладочку открывается Telegram. Вы этот код Telegram кликаете «Вставить». Да, как бы «Вставить». И отправляете туда код. И ждете, когда ваш аккаунт как бы, да, проверят. Типа того. Давайте перейдем. Так, ребятки. И проверим. Вот 0.32 монеты. Они поступили. Платят инстантом. С этим понятно. Ну и все. Теперь я до завтра. Второй. Майнер. TRX6699. Ну, здесь все стандартно. По телефон. Два раза пароль. Здесь будет инвайт-код. Вводим капчу зарегистрироваться. Вход по мобильному телефону и паролю. Ну и попали на домашнюю страничку. Кстати, вернусь вот сюда. Я вам не показала, сколько там будет ежедневно трейдинг процентов. Плюс 5% отсюда мне идет ежедневно. Так, ну а здесь все по стандарту. Здесь я тоже депонировала 10 монеток. Также минимальный депозит здесь от 5 TRX, от трансфер то базик аккаунт. Я кликнула здесь вот этот адрес, куда я его скопировала, опять кликнула send и отправляем мы монетки как бы и минимум 5 TRX и 5-10 минут зачисления. Трейдинг. Зашла в него вчера, значит, кликаю, собираю вот эти монетки. Вкладочка «Поделиться». Находится реферальная ссылочка. Ссылочку кликаем. Ссылочка копируется. Майн-кабинет. Значит, и что? Вот я 10 монеток депонировала. Кликаю «Вывод». Бонус дается 800 монеток при регистрации здесь у нас. И ежедневно у меня выходит 0.50 TRX. Также базик аккаунт и промо-аккаунт. С промо-аккаунта вывод безлимитный. А здесь же лимитирована я. 0.50 монет. Буду выводить. Кликаю, ставлю точку. Надо мне взять адрес. Так, копирую. Вставляю адрес. Пароль у меня прошел при регистрации тот и тот. И все. Вывод типа того сделан. Идем в кошелек. 0.5 монет, пожалуйста.
платит инстантом. И третий майнер OKTRX. Здесь я еще не депонировала, только зашла в него. Также мобильный телефон, два раза пароль. Здесь будет инвайт-код. Вставляем капчу, кликаем зарегистрироваться и вход по мобильному телефону и паролю. Кликаем войти. Дает бонус 5000 TRX. Здесь читаем информацию. Минимальный депозит, как всегда, от 5 TRX. Здесь я ничего не депонировала, как я сказала. 5000 бонуса этих монет на $317. Значит, сразу я сделаю депозит. Также трансфер to basic. Я копирую вот эту ссылочку, копию адрес. Иду в кошелек. Так, send. Прописываю адрес. Проверяем обязательно. Так, и тоже я без фанатизма 10 монеток отправлю. Депонирую. Send. И жду, когда они отправятся. Все, монетки отправились. Я депонировала 10 монеток. Вот они. Далее возвращаюсь. И обязательно на красную вкладочку я кликаю. Ну, оповещаю их о том, что я сделала депозит. Далее. Также вот домашняя страничка. Это наш кабинет трейдинг. У нас здесь. Также ежедневно заходить. Собирать, и ежедневно мне будет плюс 8%. Возвращаюсь в кабинет. Здесь у нас 3 уровня партнерская программа. Профит лист. То, что вот я депонировала. 10, о, и 400 я собрала монеток. Далее трансфер to basic. Можно с промо-аккаунта переводить на базик аккаунтом, тем самым увеличивать заработок. Это поменять пароль. Еще раз поменять пароль. Вкладочка реферальная ссылочка. Также копируем. Она автоматически копируется. И вот здесь вот эта вкладочка рядом с кабинетом. Также реферальная ссылочка находится. Так, что? Новости типа оповещения. Так, можно кликнуть. Ну и также почитать. Телеграм-сервис можно скопировать, ну, кликнуть и перейти к ним в Телеграм. Что еще? Ну, вроде как я все такое показала, да? Приложение можно с телефона работать, ну и выход. Давайте сделаем вывод. Стало у меня 400 монет. Я собрала. 5000 бонуса, 10 монет я депонировала. Итого 5410 TRX. Кликаю. Вот мне пошли сообщения в Telegram. Вот. Дают, вот приглашают в такие вот проекты. И у меня на балансе 0.50 TRX. Значит, вставляю 0.50. Ставлю точку. Иду я копировать адрес. Адрес я скопировала. Вставляю. Пароль у меня прошел что-то обычный. И этот security, этот пароль как бы. И кликаю вывод. Все. Монетки мои списались. Идем в кошелек и проверяем. Вот мой депозит. После депозита вывод 0.50 монет получила. Ну вот как-то так. Вот такие три майнера.
Я никого ни к чему не призываю. Я вам лишь показываю, где я работаю, где я зарабатываю. Ну, а решение принимаете только вы. Вы сами себе хозяин. Это мой бизнес, это мои монеты. И как бы я рискую своими монетами. Вот. И вкладываю, естественно, ребятки, я без фанатизма. Всем удачи, больших заработков. Не забывайте о рисках. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.